Здравствуйте, мои дорогие! Ну что, смотрим прогноз на неделю с 6 по 12 марта. Что ожидает? В сфере денег, работы, личных отношений и совет. Задумайте цифру от 1 до 3. Выбирайте первый, второй или третий вариант. И поехали! Первый вариант. Сфера денег и работы. Что вас ожидает? Это королева мечей. Вы очень четко и конкретно будете решать вопросы, освобождаться от каких-то долговых обязательств, возможно. А ум ваш будет острый, как меч. И все вопросы вы решаете очень быстро, разумно и интеллектуально. Личные отношения, карта «Мир». Здесь показывается, как кошка выходит из черной кожи и освобождается от того, что ее мучит и ограничивает. То есть в личной жизни для единичек на следующей неделе вы получите освобождение. И совет. Десятка жезлов. Десятка жезлов говорит, что на следующей неделе вы получите, вернее, советуют карты, осознавать все процессы, которые происходят в вашей жизни. Возможно, вы получите какой-то инсайт. Следующий, второй вариант. Денежки, работа. Шестерка мечей. Эта карта говорит о том, что, возможно, вы будете менять место работы или же менять источник дохода. Личные отношения. Пятерка мечей. Здесь будет какой-то спор, турнир. Вы будете доказывать, отстаивать свои позиции. И совет. Солнце. Это аркан удачи. Карты говорят, что на следующей неделе во всех сферах вашей жизни вас будет преследовать удача. И даже если будет спор в личных отношениях, то вы победите. Третий вариант. Что ожидает троечек в сфере денег и работы? Звезда. Эта карта старшего аркана говорит о том, что будет исполнение вашей мечты. Личные отношения. Рыцарь Пентаклей. Аркан говорит предлагающий. Предлагайте себя или не отказывайтесь от предложения. И совет для троечек на следующую неделю. Король Жезлов. Советуют быть огненным, энергичным, сильным, не сомневаться в своих решениях и идти до конца. Вот такая вот неделя нас ожидает с 6 по 12 марта. Всем желаю благ и, естественно, самых наилучших событий. Пока-пока!